разу не пожалели, что мы пришли вот сюда. Он очень доволен, он втянулся. Улучшается настроение с каждым разом. То есть он более собранный, становится более внимательный. Первоначально организация создавалась для услуг обучения верховой езде. То есть мы даже, наверное, не думали, что мы так будем помогать детишкам с особенностями. Мы, в первую очередь, сначала гуляем. Сначала какой-то там минут 5-7, может, прогулки. Хорошая погода по лесу. Плохая погода, у нас есть крытый манеж, как бы. Мы в манеже в основном стараемся заниматься. Потом ждут уже какая-то гимнастика. Гимнастика разная каждому ребенку. Некоторые дети боятся лечь на лошадку. Вперед, назад. Детишки ходили 2-3 раза в неделю, занимались у нас с инструкторами и с тренерами специальными. Целью нашей работы было адаптировать детей к верховой езде, также показать им, что лошадки у нас большие, красивые, добрые, что их бояться не надо, но чтобы дети получили просто кучу положительных эмоций.